Люля, кебаб, туркиш, баклава, нукзар, Хрейдович. Это вдруг, если кто-то не знал, Хрейда Нукзар зовут. Вот, но карась его почему-то Нурсултан называет. Я не знаю, почему у карася свои тараканы в голове. Воскресни, наш турецкий принц, Нукзар! Я не виновен, ребят, давайте вот мы, я вот только из Турции вернулся, и давайте мы сойдемся на том, что я не виновен, и мы просто будем играть. Я не виновен, ребят, только из Турции вернулся, вот, спокойно. Неделю. Неделю с мамой в Турции жопу грел, да? Пока мы здесь в открытом космосе предателей искали. Ты знаешь, сколько раз мы банана за борт выкинули? Потому что не на кого было вину сваливать. Банан всегда предатель, а Хрейд всегда виноват. Поэтому, Мия, отправь его обратно, пожалуйста, в Турцию. Вот где ты кушал там люля-кебаб, туда езжай кушать люля-кебаб. Все, давай. Ну, там не кормили ничем. Ты виновен, Хрейд. Я не виновен. Вот там в Турции и оставайся! А, кстати, пока тебя не было, тут новая карта вышла в Амонкасе. Северный полюс. Поэтому мы сейчас без тебя поиграем, Нукзар Султанович. Все, давайте. Первая катка. Ну ты иди, карасик, отсюда, иди. Давай, не мозоль мне глаз своим присутствием. Ну, я же говорю то, что Серый всегда виновен. И как вот по стечению обстоятельств так получилось, то что Хрейд сразу в первом же раунде убийца. А Красный? Ну, Красный нету, а чё? Ну, мне просто повезло. Побежим за Отомчиком вот сюда. Сейчас пройдем здесь дезинфикацию. Выключим вот это свет. Пойдем запердохаем Отомчика и спрячемся куда-то сюда в угол. Я даже в люк не буду залезать. Я просто подожду, пока кто-то сюда еще придет, и кокну его на этом же месте. Без разницы на самом деле, кто вообще Хрейд. Стой, прикрывай этот вход. Вот этот вход прикрывай, если сейчас кто-то выбежит. Слушайте, командная работа просто убийц. Если сейчас кто-то сюда зайдет, кокнем еще кого-то на этом же месте. Главное, чтобы Хрейд не протупил. Это самое главное. Кто-то есть в этой комнате? Кто-то, молодец! Чё-то мы затупили, я же видел чпунька! Я не знаю, стечение ли это обстоятельств или нет, но я выбежал из лаборатории, не знаю, успел ли меня заметить чпуньк или нет, но чпуньк стоял на трупе, но возможно он забежал с улицы, поэтому я не могу знать наверняка, убийца он или нет. В принципе, ну, я больше никого там не видел. Это чпунь, потому что я один забегал с улиц, он обходил стол, и он, скорее всего, заметил труп, но не зарепортил его, значит, он один из предателей. Я не заметил труп, потому что я его, во-первых, я искал его везде здесь, потому что я увидел, что дверь как бы закрыта по камерам. Короче, я здесь искал труп и нашел его только там, и как раз выбежал Эд, и я тебя встретил, который ты забежал с улиц. А я могу сказать так, то, что в течение всей игры я видел почти всех, кроме Чпунька. Чпунька ходил вообще поодиночке. Ну, подождите. Я как бы за Хрейда. Его нужно наказать за Турцию. Он там отдыхал, пока мы здесь вот это жили на Северном полюсе. Но если два человека уже так указывают на одного Чпунька, может это тогда Чпуньк все же? Я могу подтвердить, что он на камерах со мной стоял. А, ну тогда это чпуньки, картошка, все понятно. Сначала кикаем чпунька, потом картошку, все. А может тебя сначала кикнем? А может тебе бан? А за что? О, действительно. Я не знаю, кто меня научил в этой жизни так хорошо врать, но врать я умею, как мы все видим. Так, отличнейший просто план с Хрейдом. А потом еще Костя Голубой нам как-то помог. Костя Голубой нам как-то помог еще и Чпунька выкинуть за борт. Хоть я даже не знал то, что Костя кого-то видел. Костечка, ну ты можешь вот сюда, в эту комнату-то зайти, а? В прошлом раунде здесь два трупа было. Может, сейчас еще какой-то появится? Допустим, если я выключу свет и побегу туда на улицу и запердохаю, допустим, есть тут кто-то рядом со мной или нет кого-то? Ага, успели восстановить свет. Я даже кокнуть никого не успел. Ладно.
Я побегу на камеры, сделаю вид, то, что я буду следить за кем-то. Вот, ну, чтобы... уже не смогу за кем-то следить. Так, кто кого кокнул-то? А кого кокнули? Аню кокнули. Амочку кокнули. А я... Костя, мы буквально с тобой Амочку видели за 10 секунд до убийства. Я пробегал мимо... Я пробегал мимо Кости и мимо Амочки. Костя это подтвердит. И потом еще появилась Даша, и она как раз оттуда и шла. Значит, это Даша. Что тогда получаем? Ну тогда картошка. Ты видел, как я выполняла задание, Костя, ты дурак. Ты видел, как я задание выполняла, ты со мной стоял, и я видела, как ты задание выполнял. Подожди. То, что Костя дурак, тут я согласен, тут как бы вообще. Но ты защищала Чпунька, а Чпунь, скорее всего, был убийцей. Молчишь, и картошка, чё? Да? Ну, молчишь. Ну, я не знаю, это или банан, херейт, я не знаю на самом деле. Ну, или банан, или картошка. Ну, тут все-таки больше подозрений на картошку. Ну, тогда да, я лично за нее проголосую, вы можете не голосовать. Ой, дураки. Пока. Я ты крыса. Я говорю, я на камерах стоял. Кому это интересно? Действительно, на камерах стою. Я на благо команды стараюсь искать этот труп. Нет, это Чпунька убил. Я выхожу из лаборатории, короче. Херед такой стоит, убивает, и Эд из угла выходит. Я такой, типа, давай, ну Эд, давай, зарепорте, он уходит. Мы с Херейдом, там командная работа была. Херейд крыл один выход, я крыл другой выход. Но я что-то проглядел и пропустил случайно Чпунька. Ты дурак, ты смотри мне в глаза, ты дурак, Костя. Я говорю, картошка, то, что он дурак, я с самого начала с тобой согласился. Но давай, второй раунд. Я тебе больше не буду верить. Бля, ты крыса, Костя. Мы больше с тобой. Мы с тобой больше. Крыса! Второй раунд! Все, Костя! Я больше с тобой, брат. Бля, ты крыса. Костя, дура. Так. Амочка, пошли. Так, не, ну, подожди, не, это... Я никогда не против, все это знают, то что я никогда не против два раза подряд быть убийцей. Но я говорю, они меня возненавидят скоро, они меня скоро ненавидеть за это будут, то что я в каждой игре просто убийца. Ага, Костечка, значит, да? Костянчичек, значит. Ага. На карту смотришь, да, Костя? А чё там высмотреть хочешь, если это там такой вопрос? Я-то двери там двери не закрываются, Костя. Ну ладно, если там двери не закрываются, я же тебя и так догоню через вот этот ствол! Ага, запердохали Костю и сваливаем отсюда, пока меня никто не заметил. Выключаем реактор, и пока они пойдут его чинить, возможно... Ясно. Не, ну, Мия молодец на самом деле. Пока я там занимался Костянчиком, Мия еще кого-то смогла кокнуть. Так, там Мия и Амочка. Давай, кокай. Так, мы... Слушай, так мы сейчас уже победим тогда, получа... А, ну да. Не. Карась, я в камеры пойду. Сейчас карась оттуда уйдет, и я его со спины запердохаю. Ага, там еще и банан стоит. А банан чё, умер? У меня такой вопрос. Он даже не шевелится. Ну, если банан не шевелится, тогда получается, что это легкая добыча. Просто берем, закрываем двери и покаем бана.
Это что сейчас было? А это фокус-покус. Сюрприз такой. Два в одном. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Короче, если вкратце, Чпуньк убийца. Он банана кокнул прям при мне у меня на глазах. А вот сейчас послушайте меня. Я такой стою с бананом. Я, то есть, такой банан предлагаю. Давай тактику устроим. Я такой становлюсь в угол. И получается, мы так подстраиваемся, что видно только одного. Это такой подходит, пук, убивает одного. Лада, я убийца. Все, я впервые раскрываю свои карты. Я убийца. Банан? Это чей? Чпуньк в банане стоял. Я подбежал кокнуть банана, а он как матрешка с банана Чпуньк выпрыгнул. Я впервые такое вижу, я вам отвечаю. Ладно, все, выкидывайте меня, я убийца. Я вот тоже возьму и за себя проголосую. И чтобы такая фигня в последний раз была, это читерство какое-то. Чпуньк! Какашечный король ядрить, колотить с бананом. Давай, Мия, вся надежда только на тебя, вся надежда на тебя, я тебе как-то буду помогать, пока не знаю как, ну, буду двери закрывать, здорово, карась, здорово, карась. А кто в живых-то остался? Остался только Чпуньк, Мия, Херейт и, и еще кто-то там, ну... Ты как это сделала, мать? Я уже все надежды потерял. Чпуньк, я знаю, что ты сейчас много чего хочешь сказать, но лучше промолчи, пожалуйста. Какашечная матрешка. Ну это хорошо было. Какашечный банан это можно даже назвать. Вот это хорошая тактика, но чтобы больше такого не было, то за такой бан получить можно. Читер недоделанный. На самом деле, если бы я и третий раунд был убийцей, то я бы тогда 100% был читером. Так, Чпуньк выполняет какое-то задание. Если сейчас вот эти пырики-пупырики у него пройдут, тогда он 100% не убийца. Чпуньк, смотри на меня. Я тоже выполняю задание. Опа, опа, вот так, смотри. У меня пырики тоже пропали. Все, мы с Чпуньком дружбаны. Теперь мы оба знаем то, что никто из нас не убийца. А вот Костичка голубенький. Чё-то от меня 100% хочет, но я не знаю что. Если он сейчас за мной будет следовать, то он тогда 100% захочет мне отомстить. Да японский рот, да мы же еще даже от старта отойти не успели. Ну, я могу сказать то, что это 100% нет, потому что он выполнил задание при мне, и как бы он тоже видел, что я выполнил задание. Да, мы на старте видели друг друга, мы видели друг друга, да, мы оба выполняли задание, а Костя за нами почему-то шпионил. Мне кажется, он будет мне мстить. Вот, он меня первого убьет, если он убийца, да, Костя? Ну, если бы я мог, я бы тебя уже убил, честно. Да, ну, кстати. Тогда подождите, тогда исходя из этого всего, если все друг друга практически видели, логический исход. Убийца – банан. Да, у банана нет алиби. Банан, у тебя есть алиби, кроме того, что ты желтый? Я виноват в том, что все от меня бегают. Ну да. Я прибегаю в этот, там, где стоят люди в стекле. Там кто-то выполняет заданку, но я такой, ну окей, тоже выполню и... Он каких-то людей в стекле видит, у него галлюцинация. Я за банана, банан, он, в принципе, он подозрительный. Ты, конечно, банан, извини, но тебе давно уже пора цвет поменять. Банан, чтобы от тебя люди не бегали, нужно мыться. Да почему вы банана-то не выкинули? Я же говорю то, что это 100% он, у него нет никакого алиби. И это не потому, что мне не нравится желтый цвет, это потому, что он банан. Но не нужно забывать главное, то что ключ к победе это всегда задание. Чем больше мы их выполняем, тем быстрее мы докажем то, что банан убийца. Так, здесь задание вып... Нифига не понял, что сейчас произошло, но я видел, как Амочка запердохалась в люк, и это 100%! Я не знаю, что она хотела, как эту дверь сраную открыть, господи! Конечно, так, кнопка же находится вот здесь, не подпускайте эту манечелу ко мне! Кнопка же здесь находится, в этой комнате, или не, вот в этой...
Я в душе, даже если бы хотел, представить бы не смог, что она хотела. Она меня закрыла в комнате и потом передо мной просто прыгнула в люк. Может, она со мной так заигрывала, но она 100% убийца. Амочка. Я перепутала кнопки. Ну, как бы, как говорится, это уже твои проблемы, а не мои. Она меня кохнуть хотела, но что-то пошло не по плану, поэтому... Я за Амочку голосую, хотите верьте, хотите не верьте. Костя, скажи, брат, ты мне веришь? Я тебе верю, брат, конечно, ну, не так сильно, как раньше, да ладно, но я тебе сейчас верю. Потому что она сама это сказала. Она сама это сказала, дамочка, сказала, что она кнопки перепутала, вот и все, все, давайте. Я не знаю, что это сейчас было. Она реально, походу, кнопки перепутала, потому что она не меня убила, а в люк сначала прыгнула. Так, ладно. Второй убийца, фиг его знает, кто это может быть на самом деле. Банана-то я всегда обвиняю только потому, что он банан, вот и все. А кто на самом деле убийца, я пока в душе не чаю. Так, где здесь задание можно выполнять? Херейт ушел отсюда, давай. Камеры? Может быть, я смогу здесь что-то нормальное заметить. Допустим, как кто-то кого-то кокнет. Или кто-то спрячется в какой-то люк, вот, возможно, бананчик. Или вот эти два придурка, которые... Ну, в смысле, я не понимаю, что вы там Делаю вид, то, что я этого как будто не видел. Так, ладно. И последняя камера. Здесь у нас банан и Мия. Вот я говорю, он как-то подозрительно за всеми ходит. Пока Дуримонды, Чпуньк и Карась... Слушайте, даже учитывая, что я не убийца, я могу вас как-то убить, а? Скажите, пожалуйста. Ладно, в жопу вас. Так... Если здесь сейчас будет валяться труп, это прям 100% будет банан. А если трупа здесь не будет, так тогда я не знаю кто. Херейт может быть. И дайте я угадаю, это же Мия, да? Ну это 100% банан. Ну я по камерам видел, как он сюда забежал, с Мией сюда Это Эд. Это я видел, он на трупе прям стоял. Вот. Ты Дуримонда! Мы же с тобой в комнате с камерами были всю игру! Я сейчас забежал в эту комнату, потому что я следовал за бананом и Мией. Это Мия умерла! Да я тебе зуб даю то, что ты специально меня не кокал тогда, чтобы я тебя прикрывал в случае чего, но это ненормально, когда ты стоишь 2 секунды около трупа и смотришь по сторонам. Это вообще ненормально. И то есть вы хотите сказать, то есть вот вы все хотите сказать, кто находится в этой комнате, а что, нас только 4 здесь осталось? То есть вы хотите сказать, что я 3-ю игру подряд убийца, да? Каковы это шансы? Да. Ты читер. Ты прям читер. Костя говорил то, что ты читер, и Костя умер. Делайте выводы. Не делайте ошибку, я пропускаю это. Хотя нет, я не пропускаю. Хотя да, я пропускаю. Не делайте ошибку, я... Вот так вот в одной игре ты всех обманываешь, а потом в другой игре тебя вот это водят вокруг пальца. Ну как? Амочка и банан! Слушай, извини меня, пожалуйста. Слушай, и, конечно, я зря тебя топил, это был не ты, да, ты не виноват. Я тебе, короче, инструкции, там магнитики привез. Прости меня, пожалуйста. Этот магнитик можешь себе намагнитить на одно круглое место. Это я же. Вы почему в начале банана не кокнули? Я же у карася научился интуиции. Я же чувствовал, что это банан с самого начала. И банан зашел в комнату с Мией, и Мию запердохал. Мия, каково это? Это было, расскажи, поделись своей болью. Банан, ты мне больше не друг. Боже, вот 3 игры сыграли, ни одной не был предатель. Просто вот этот вот был 2 раза, сколько раз, там 3, 8, 10, 15, 82, ты также читер. Боже, просто безысходность, просто стоять уже можно и рычаг просто, где, здесь просто рычага уже нет, кнопочку. Кнопочку просто. Кнопочки хорошие такие. Да хватит уже, ну чё вы разнелись? Ну вы, если бы вы изначально банана зарепортили, мы бы хотя бы выиграли эту игру, да, банан? Первая могила есть. Осталось вырыть остальные.